А спонсор нашей поездки – «Газпром». Абракадабра. Привет, народ, привет всем. Это опять я на Дым ТВ. Это «Жизнь на севере России». Но, как уже вы поняли, мы находимся не на севере, а в аэропорту Домодедово. Мы полетели куда? В отпуск. Будет много интересного, так что подписывайтесь на канал, ну и смотрим видео. Мы едем дальше. А куда едем дальше, я думаю, вы увидите чуть позже. А сейчас мы в гостиницу направляемся. Моя любимая пердан. Пердан, пердан, пердан. Пердан, 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 пердан. За киску лайк. Мы прибыли в гостевой дом замок. Он у нас довольно такой колоритный, колоритный, прям как древний-древний замок. Вот, большой, большой, простенький, никакого пафоса. Нас привезли сюда, также сказали, отвезут, работает трансфер, так что, в принципе, все нормально. Вот котята, котята, да, бегают здесь. Вот, так что я сейчас снаружи его покажу, но, наверное, будет темно, будет плохо видно. Вот, если сегодня не получится, то завтра покажу, а пока что мы сейчас будем кушать. Эй, привет, ребята. Ну все, это следующий день, уже воскресенье, а то была суббота. Вот замок, выходим из него, поехали в аэропорт. Ну все, что, досмотр пройден, все отлично, мы в зоне бухла. Вот она, Витя. Короче, что вам рассказать? Летим мы в город Грац. Шутка! Шутка! Летим мы в город Сплит. Мои любители отпуска, добро пожаловать в Хорватию. Теперь прямо. Просто идем прямо. Я маленькие натуралисты, я для вас покажу, как растет киви. Вот так. Северяне. Вы видели когда-нибудь как растут киви? А я видел. Алоэ. Какая большая алоэ. Ну что, друзья, лето началось, супер, я по-прежнему на острове Вир, сзади меня Адриатическое море, не черное, не красное, а Адриатическое, Адриатика. Что вам рассказать про остров Вир? Он находится в Хорватии, здесь население 4000 человек приблизительно, ну когда, конечно, приезжие приезжают, становится и больше. Что нас ожидает в этом отпуске, мне кажется, лучше это не рассказывать, а подписаться на канал и смотреть. И может и вам сюда захочется, я вам подробно все расскажу, как можно сюда попасть своим ходом. Все это очень просто, ничего сложного нет. Ну, есть пару загвоздок в получении визы, а в принципе это все легко, если захотеть. Также я вам покажу, где можно здесь остановиться, расскажу, сколько здесь стоит проживание, сколько у меня ушло на эту поездку, я тоже вам расскажу. Смотрите, смотрите, еще раз смотрите. Ну и кому нравится, тоже не забываем ставить лайки, это очень важно.